что это я тут? Подожгу я это. Опа, 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 опа. Ой, 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 ой. Кари, 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 кари. Ой, девочка, ты что делаешь? Почему тут все горит? Почему тут все горит? Кто туши, устроил пожар? Туши, 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 туши. Огонь, а! Господи, господи, господи. Все, все, я потушил. Тихо. Зачем ты говоришь, гори, не гори, не гори. Гори, гори, гори. Нет, ты зачем ты все жжешь? Но ведь должно все гореть. Нет, нет, ты же маленький ребеночек. Как ты вообще зажигаешься? Не скажу, я тебе не скажу. Ой-ой-ой, осторожно, не надо, я же могу зажечься. Не надо меня зажигать. Ну ладно, извини, тогда я не буду тебя зажигать. Кто ты такой? Я Нубик, а ты кто такая? А Нубик типа Нубик, а у тебя глаза не в разные стороны смотрят. А я только в одну сторону могу смотреть. Да. То есть я надо... вижу только вот так. Значит, с тобой нужно так общаться, да? А что это за место? Я тут с мамочкой летела, она меня уронила, по всей видимости. В смысле уронила? Ух ты, как страшно! О, это мой город, смотри, какой большой, я тут живу. В смысле твой? Ты тут главный, что ли? Нет, я тут не главный, но я тут живу. Тут есть мэр. Мэл? Я не знаю, я не видела. Да, Мэл. Это типа старший, который крутой держит весь город. Ух ты, я захвачу Мэла, и я стану хозяином этого города. Да, да, да. Да, и... ты до него даже не доберешься. Что, разве? Ты не знаешь просто, кто я? Я-то возьму, да и доберусь до него. А ну покажи, где этот Мэл находится. Так никто не знает. Если бы знали, мы бы уже тоже добрались. А, вот в чем дело. Ладно. Сегодня курчит, кушать хочу. Кушать хочешь? Ну пошли в кафешку что-нибудь возьмем. Пошли вон там в кафешку. Ну да. Пошли. Только пойдем. Не зажигай там ничего. Ну ладно, не буду. Если это плохо, ты говоришь, то я тогда не буду. А тут еще люди. А почему они такие большие? А ты маленький выходит? О, Миша. Да, я ребенок. О, Миша за деньги печенье продает, а у меня денег с собой нету. Да, странно. А зачем нам пошли в кафешку, если у тебя нет денег? Так, а где мой кошелек? А вот у меня в кошелечке есть денежки. У-ху, ты купишь печенечки, печенечки, да, печенечки. Да. Миша, нам печенье. А ты много печенья любишь? Смотри. Выпали, забирай, а то Миша заберет. Ничего себе, откуда у тебя так много печенечек? Это выходит, у тебя было... Ты доллара? Миша забрал печенье. Почему Миша забирает мои печенья? Потому что Миша! Ты... Так что? Ты сам отдаешь ему печенье, нет? Нет, нет, я не отдавал, он забирал его сам. Ой, какая прелесть, ты угостил мне печенье, это очень мило. Я не знала, что вы люди такие доблые, спасибо. Я добрый, а насчет других не знаю, я добрый. Смотри, они сидят такие серьезные, не улыбаются. А у меня улыбка всегда, я же ладостный Анубик. Ладушный нубик, а у тебя есть где спать, а то школа темнеет, а по всей видимости мамочка меня не собирается искать. Мы найдем твою мамочку обязательно, ну ладно, пошли ко мне домой, мамы с папой нету, я немножко, правда, приболел, вот гуляю тоже в шортиках. В смысле? Ты тоже в памперсе гуляешь, да? Да, я в памперсе гуляю, только я не гуляла, я с мамочкой летела у мамочки на спинке, а мамочка меня уронила, поэтому я в памперсах, а так мамочка говорит, в памперсах гулять нельзя, неприлично. Подожди, а как твоя мама летать умеет? Моя мама умеет? Ой. Так она зендер для кот, почему умеет? Понятно, нам надо срочно бежать, а вот это вот мой домик, это мамин и папин, да, но я тут живу. Ну, Васька, короче, домик выходит, да? Заходи, да. Чё, я первая, да? Ух ты, прикольно. А чё так много аквариумов у тебя дома? Я очень люблю рыбок, очень люблю, очень, смотри, какие они классные, оранжевые, синие, классные. Ого, кстати, вот эта вот улыбка похожа, как из того мультика «Немо» назывался, знаешь? «Немо»? Да, «Немо» я знаю. «Немо» ты знаешь. А у тебя есть где поспать, а то я спать хочу. У тебя, божечки. Ну смотри, вон там есть кровать родителя, а вот это моя комната. Вау, а так я посмотрю. Вау, у тебя так много иглушек, это что, клипел? Ну это не клипел, это зеленая слизь. Мне кажется, клипил, а это непонятно. Это какой-то странный мужчина с пиццей. Ты любишь пиццу? Я люблю пиццу.
Я пиццу не знаю, мы пиццу такой не едим, не знаю. Да. Интересно, а ребята любят пиццу? Давай спросим ребят, вы любите пиццу? Напишите в комментариях, если да. Да, напишите в комментариях. А если вы не любите пиццу, напишите, что вы любите, какие ваши любимые вкусняшки. Да, все правильно. Мы все комментарии читаем. У тебя что, еще ноутбук есть? Ты что, геймил, что ли? Да, мне его недавно подарили, я играю в Майнкрафт каждый день. Правда? А что такое Майнкрафт? Майнкрафт это игра, где надо домики строить, кубики строить, можно с друзьями строить всякое, в пещерах там криперов взрывать. Крутецкий, давайте мне завтра покажешь, как играть в этот Майнкрафт. Хорошо. Я думаю, ты ложись на моей кровати, я лягу на кровати родителей. А я еще хотела спросить, а почему у тебя такая большая кровать, если это, типа, да. На вылаз, я ж тут всегда буду жить, я же расту. На вылаз, потому что она двухместная вроде бы как, у твоих родителей такая есть большая. Не суть важно, спокойной ночи. Да, спокойной ночи, я тоже спать пошел. Извини. Доброе утро. И будь здорова. Спасибо. Ты так выросла. Я? В самом деле выросла. Мы этим глаконом очень быстро растем. А почему ты как девочка, просто подросток? Девочка-подросток? Потому что я еще не окончательно выросла, поэтому я еще как девочка-подросток. Я, кстати, очень выше тебя. Наверное, как твоя мама ростом. И не мама выше твоя. А ты знаешь, что сквозь тебя можно увидеть зеркало? Чего? Какое зеркало? Ух ты, я вот тут могу видеть место, а у тебя сердце есть или нету? Тут не видно ничего. Вообще-то есть сердце, как и у всех живых существ, да. Понятно, я просто так, когда ты становишься около окна, я вот так могу сквозь тебя посмотреть. Ребят, мне же не кажется, а реально видно. Ты какой-то странный, тебя. Нет, я холосый. Ты хочешь печеньку? Ой, давай печеньку. Кстати, у меня, правда, еще те печеньки есть, но можно дать новую печеньку. Да. О, спасибо. А что у тебя еще есть? Есть, может быть, какое-нибудь мясо там, а то на одних печеньках не уедешь. Нужно всегда кушать здоровую еду. У меня есть жареная клончатина. Жареная клончатина? Ух ты, ничего себе, так много. Ты мне все, что ли, отдал? Да, и морковка есть. И морковка еще? Очень вкусненько. Морковку... Держи. Спасибо, конечно, но я больше, наверное, мясо люблю. А печеньки это чисто как вкусняшки, поэтому я их кусаю. Спасибо. О, тут еще, кстати, печеньки. У тебя есть такие разноцветные всякие. Еще редиска есть, и больше ничего нет. Редиска еще? Да. Одни, короче, овощи у тебя не были, не по овощам, прости меня. А у меня родители вегетарианцы. Вегетарианцы? Что это значит? Это когда они кушают мясо вообще. А вы всегда кусаете мясо? Как, мы же хищники выходят, мы кусаем мясо, да. Хотела спросить, а если твои родители вегетарианцы, откуда у вас тут клочатина жареная? Я люблю мясо очень сильно, я тихоря прячу, они в нижнем ящике не находят. Мне так казалось, они тебя разрешают быть не вегетарианцем. Это не расстроится, если узнают. Но я очень-очень люблю мясо. О, кстати, знаешь, что мне стало интересно? Сколько в мире вообще вегетарианцев? Давай-ка у ребят спросим, ребята, а вы вегетарианцы? Давай. Может быть, ваши... Ребят. Говори, да, Мария. Да. А у вас есть кто-нибудь вегетарианец в семье? Или вы у вас вегетарианцы? А если вы не знаете, что такое вегетарианец, это тот, кто не кушает мясо вообще. Да, напишите в комментариях. Да, мне очень просто интересно, существуют ли такие, понятное дело, существует, но много ли их в мире? Мне тоже интересно. Давай прогуляемся, погуляем, я очень люблю гулять. Пойдем, а то у тебя дома что-то, ничего интересного, кроме твоего большого аквариума, дверь ты правда не закрываешь. Нас всегда учили закрывать дверь, а где у вас тут можно погулять, может у вас парк какой-нибудь красивенький есть? Пошли, парка особо большого нету, но есть центральный водопад. Не водопад, я не знаю, как они называются, я еще маленький. Где вода идет? Фонтан. Это фонтан. А где он, далеко отсюда находится? Он где-то вон там. Что там свинка делает? Свинка? Слушай, а серьезный барашек, почему они на дороге стоят? Странно как-то. Это очень странно. Говорят, если свинка на дороге стоит, значит драконы рядом.
Ну... А, да, ты же кошка, я точно понял. Есть такой. Смотри, какая тут красота. Вот это палки или это ресторанчик какой-то? Это, походу, ресторанчик какой-то. Из дорогих камней, смотри. Ух ты. Ничего себе. А сюда что, можно заходить? Да. Но тут никого нет, это, видно, заброшено. Да, а мне казалось, потому что очень рано утром, мы же с тобой проснулись очень рано, и еще никого нету. А если нас тут застукают, могут наругать, может быть, пойдем отсюда? Смотри, а ты вот так умеешь? Это ты что тебе? Ну-ка, ну-ка, давай-давай, я словлю, давай-давай, опа-опа, давай. Круто-круто, я люблю сахар, сахар это вкусно. Да, я умею танцевать, ты умеешь танцевать? Смотри, сейчас я буду танцевать. Ты как Лон Пеннивайз танцует. Ля-л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 я. Я люблю танцевать, ведь я нубик-а-нубик. Нубик-а-нубик, нубик-а-нубик. Слушай, это яичко тут есть, прикольненько. Знаешь, что я хочу? Только так это уберу. Знаешь, что я хочу? Короче, я, наверное, хочу. Ты же знаешь, что мы очень быстро растем? Да, я уже заметил, за одну ночь уже продоском стала. Вот, я хочу, наверное, вылезти и найти маму. Если честно, я очень скучаю. Где, кстати, твои родители? Почему ты такой маленький и ты один? Ну, не знаю, они уехали от меня. В смысле уехали? Ты что, один? Да, я уже давно один. Так, в смысле, если ты один, так ты сможешь тогда со мной улететь. Ты можешь быть, ты можешь в моей семье власти, если у тебя нет ее. Это было бы классно, но я летать не умею, я же не эндер-дракончик, я нубик. Так вообще никаких проблем, давай, короче, пойдем домой, я посплю, и я уже вырасту за одну ночку, и тогда ты сядешь ко мне на спинку, и я тебя отнесу в наше гнездо, так сказать, там очень много драконов, и ты будешь жить с нами. Хорошо, ура, да, я хочу, ладно, пошли тогда спать, ура, у меня семья будет, еще дракошки. Да, вот это классно. Мы на самом деле, хоть мы и хищники, но людей-то мы не едим, поэтому мы, в принципе, добрые. А мало ли ты мог подумать, что мы скусаем тебя, но нет. Я на самом деле сначала подумал, что ты хочешь просто покушать молодое мясо, но потом я понял, что ты хорошая. Ну так я могла бы тебя съесть у тебя дома, там же никого нет, а значит нет свидетелей. Да и вообще, я дракон, чего мне бояться каких-то там свидетелей? Я тебя хотела, да. Я бы тебя съела. Я понял, поэтому я тебе верю. Это очень мило. Ну, давай тогда, может быть, давай сегодня... Ну ладно, короче, все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Нубик. Спокойной.